Здравствуйте, молодые люди! Меня по-прежнему зовут Игорь Шишко. Этот коротенький фильмец посвящен тому, как правильно работать при угрозе оружием. Так как у нас на улице есть куча людей со стволами, вы должны знать, что делать, если вам угрожают настоящим стволом. Я посмотрел в интернете, есть куча видео. В 90% видео снимается с имитаторами оружия. Человек, который отрабатывает работу против оружия, работая с резиновым пистолетом, он дурак. Почему? Правило номер один. Любая работа против оружия должна тренироваться с настоящим оружием. Если мы тренируем защиту от угрозы ножом, значит, мы должны использовать только настоящий железный острый нож. Если мы тренируем защиту от пистолета, то значит, это должен быть настоящий пистолет. Работая с железным пистолетом, вы привыкаете к весу пистолета, вы привыкаете к форме пистолета, вы привыкаете к тактильным ощущениям от настоящего оружия. И, наконец, вы привыкаете к выстрелу. Только так можно научиться работать против настоящего оружия. По-другому никак. Все ясно. То есть простейший сбив просто выстрелит вам в пах. Ай, все, я умер. Но не получилось у меня, как показывают в волшебных фильмах, сделать какой-нибудь мне удар ногой, оттянуться назад и все равно выстрелить. Отсюда мы делаем вывод.